Так, Алексей Курилович выходит к Роману. Роман на подачах разыграли по-честному. 4 до 4 побед, 0-0. Сетка. Один ноль. Сережа, не прячься, не спрячешься. Ноль два. Пух. Вот так. Я спрашивал про ракетку у него. Тут не ракетка, а ветер. А, хорошо. Ветер от ракетки. 1-2. Да, пробивает. 1-4? 1-3. Или 3-1? 3-1. Так, все, разобрались со счетом. Алексей нашел мячик. По-моему, он вообще подменил его там за скамейкой. Сейчас будет играть счастливым мячом. 3-1. 3-1. Четыре один. Два четыре. У Алексея красные гладки, черные шипы. Три четыре. Четыре четыре. Вот один лет вернулся, вырос, повзрослял. По четырем. Пять четыре. Сдуло. Сетка. Пять четыре. 5-5. 5-5. Сработал топс. Сработал. 5-6. Длинные розыгрыши. Внимание требует очень много. 5-6. 7-5. Адилет, ты проходи вокруг, не ходи поперек площадки, как в прошлом году. 5-5. Забегает, бьет по мячу, но вернуть не успевает. Растаскивает, ребята, растаскивает по углам. 7-6. 7-6. 7-7. 7-7. 8-7. 8-8. 9-8.
Мега, мега ралли, мега. 9-9. Да, 9-10. 10-10. И Нурбек пришел. Нурбек, перед которым у нас долг. Вон сидит Нурбек на скамейке справа. 11-10.11-11. 12-11. Первый сет на балансе выигрывает Алексей. 2-й сет. Подача слева 0-0. 0-1. Два, ноль. Три, ноль. Пробивает через сетку 0-4. Вот он наш любимый счет. Один четыре. Сухой не будет. Четыре два. Пять два. Пять два. Три, пять. Алексей, волшебную процедуру завязывания носков. Три, пять. Стоп, игра. Сергей, нарушаем. Три, пять. Четыре, пять. Пять, пять. Пять, шесть. Простил два раза. Не прошел. Топс. Против ветра должен был попасть. Шесть, шесть. Шесть, семь. Семь, семь. Восемь, семь.
Петр Васильевич и мячик. Ага. 8-8. Топс приносит очко. Девять, восемь. Чтоб тебе не мешать, я обойду тебя. Да ничего страшного, да, можно. Ладно, лучше, но его нафиг чисто. 8-10. 8-10. Один-один по сетам. На зубах. 1-1-0-0. 1-0. Сопля. 1-1. Ну что сделать? Натягивали сетку мы троем. Лучше не смогли натянуть. 1-1. Ребро. 2-1. Что такое было? Я ж говорю, во. А это что? Я не трогаю. 2-2. Стоп. Мячик. Я пока вам сирень покажу, офигенно пахнет, только-только раскрывается, здесь сумасшествие, я стою и не пойму даже, что лучше, сирень или настольный теннис. Нет, настольный теннис. Вот они наши звезды, звезды наши. По-моему, 3-1. Три-два? Три-три. Пока мы смотрели на звезд, сравняли здесь. 3-3. Три-четыре. 4-4. 4-5. 4-5. И в левый перехватывает, но удар не получается. 6-4. 7-4. 4-8. 4-9. 10-4. 2-1 по сетам. Меняемся сторонами. 2-1. Алексей впереди. Алексей подает с левой стороны. 2-1 слева подачи.
0-0. 0-1. Стоп. Один-один. Два-один. 1-2. Два-два. 3-2. 2-4. 3-4. 3-4. 5-3. Ну, коротко не успеваем. Главное, чтобы течение травмы не было. 5-3. Об угол стола у нас однажды Сергей Столяров травму получил. Поскользнулся. Ветер слева направо сейчас дует, поэтому учитывать надо попутно. Влетает за стол моментально. 5-3. 5-4. 4-6. Футбол на Локомотиве где-то. 5-6. 6-6. 6-6. С трудом. Каждое очко с трудом, с кровью. 6-6. Семь, шесть. 5-7. 6-7. 6-8-6. 8-7. Вот это мега-мега розыгрыш, мега! 8-8. Не успел вернуться за стол. 8-9. 9-9. 9-9.
Да блядь! О! 10-9. Три один по сетам. Но играем до четырех. Еще много времени, много возможностей. Берем себя в руки. Включаем железные нервы. 3-1 по сетам, до 4 побед. 3-1 Алексей выигрывает справа. А сейчас не заметил, что было. Блять! И сетка, и ветер. Счет какой? 1-1. Один, два. Три, один. Элегантно в краешек. 3-1. Три, два. Два, четыре. На, не докручиваем. Чуть-чуть не докручиваем. Три, четыре. Ошибся, не понял. 4-4. 5-4. Тайм-аут пока. Пять, это сетка, блядь. 4-6. Ром, сделай вырез под сетку. 5-6. 7-5. 7-6. Рома пашет, у него пахота, пахота, Алексей скидывает. Энергии тратит раз в 8 больше. 7-6. 6-8. Шесть, девять. Тяжелейшая игра, энергии тратит море. 6-10, матч-пойнт 10-6. 10-6. Жесточайшая игра. 10-6. Очко
А руки жмем. 4-1 Алексей на зубах вырвал. На зубах.